некоторое время. Так, у ДКшек есть кого-нибудь этот спек? Да. Ну, слабенький есть валовой 260. Там слабенький. Спек есть. Спек есть, лишний вот. Урон дашь. Там у Долоруса спек АДК есть. Во-во-во-во, давай в рейд его срочно. Тёма, народ тогда в кота, в танка, да? Блок киллера посерьезнее, наверное, ДД. А чё, один танк тогда будет или чё? А, ты же танк. Ну, он блок киллер спекайся, алло, я тогда на боссе. А, блок киллер спекайся, я плюс в танке тоже. Я ж танки. Да, я забыл. Привет, киса. Здравствуйте. Здорово. Этот, кому не хватает чего? По каскам, по этой херне. Каски все есть? Магом, да. А, вот есть. Все есть. Смотрите, я сейчас угадаю, кто умрет на боссе. Лапки нету. Лапку инту. Там если после вихря напуливать, а не по КД попало, блядь. Че, вагонов нет на этого босса у вас? Сейчас посмотрю. Короче, ладно, смотрю уже на следующего. Все готовы, поехали. Нет. Го-го-го. Блять. Рози на пол наловить все, что дается, постоянно. Там алкашками будешь подхватываться. Ну их лет. Зачем? Класс 4, да? Не, Некс, давай ему дизарм, когда он хочется. Этот мобов убейте на себя. Элдра убей. Не хиль сердце пухой там, чё. Можно спросить, что за хрень, моба нет, у меня что-то дома. Все. Да, на пол. Дайте боб что-то, блять, хуй знает. Дал дизайн. 5 ЛП-шек это... дал, он не перегрелся. На пол надо вовремя давать. 5 ЦСКА с Белоруса. Там ждет, что коник уходит, а вот и нет. Коник, я знаю, что получил бы как-то. Да? Да, не сдохнет. Один раз получили, больше не сдох. Конечно, я теперь единственный, кто получает за этого босса. Yeah.
то спасибо должен сказать. Так простимулировали, что теперь на этом боссе не иду. Абортировал слона. Вот он. Научили тебя на боссе не дохнуть, раз. Ой, один раз сдох. Я вот вижу, кто у нас, кто следующий на грани. Но я не скажу. Надеюсь, не тебя. Лёха, готовь боб. И диван сразу на него же. А на демоне. А почему тебе тутки тикают, когда он не восприимчивый? Что за читы? Потому что я шарю, как за Африкой играть. Стоим тут АФКшим, а он тут это ДПС накручивает. Блин, мозор. Не, ну нормально. Бля, ну нормально, Талик тоже зашел. Блять, в принципе, что сапфир, что Талик нормально заходит. Ну, если вторая шляпа есть в рейде. Ну, смотри, я с сапфиром, мне норм. Там разница у нас небольшая, причем. Кстати, этот сапфир, блядь, багнутый, он неправильно работает. Посмотри, сколько он у тебя затычку бьет. Он у меня тоже так же бьет. И сколько бьет талисман. 3-2%. Почему ты 5 на рогу? На рогу 50. Я на олдспек могу. 65, короче, нерисы 10 отдаешь, CD 5 оставляешь, это нормально. На оф, я ну я бы тоже на оф, наверное, поролил бы. Но не, мне, в принципе, на третий спек, поэтому забирайтесь на. Болезнь. Кир. Ебать. Теперь я понял, почему народ на Альянсе это 5 покупает. Кир, я ну, белый стоит за 20. 20. Я знаю, там за 20 продают. Я тогда, я вчера одного знакомого там спросил, говорю, а что ты тут делаешь? Он такой, ты 5 покупаешь. Адмирал, заткнись. Танковский пояс надо кому? Вот, тебе не надо на моё. Не, план. У меня такой же есть. Сейчас выберем, кому на танка дать. Это же только протопал про товар вроде как, да? Мы народу, короче, дадим. Кислому был спек собрать. Ребятки, тут болезнь такая. Если с вами кто-то стоит, ну ладно, хули. Лучше выпнемся, да? Ну ладно, хули. Похуй, чё вы этот... Чё вы паникуете? Сейчас подойду, вас всех резну, блядь. Просто тут один хил остался. Ну чё, вы не видите вот эту болезнь? Она ж секунду висит. Которого, и... блядь, пытаются все убить. Сам отх... Я понимаю, если бы на ДПС апал... Я хочу сюда, блядь, чтобы я в бой не входил. А убили там, пошёл. Ты понимаешь, что там шипы присты хилят весь рейд? Ну, группа пришла. Весь рейд, 5 человек. Да потому что сейчас вот ДДшки облепили босса, куда встать хилу, естественно, хилы попадают. Все на рейндж отошли, и я буду по чуть-чуть пулять. Шмогол, проверь в большом, тут что-то лежит. Вот мертвый, который. Хуёво. Рейндж набрали, хуёво. Массакру даём. Жена, Санте, Сиать, Войт. Не, ну вы, конечно, заебись стали. Мейки вообще смотрите. Рока, отойди.
Выбьете сзади, кто стоит лишнее. Сейчас сдохнем все. Правильно, Эмилику надо побегать, да, Звёзд? Прям возле хила. Там рейндж, короче, 10-12 метров надо разойтись друг от друга. Вот видишь, я нарушаю с кем-то рейндж, видишь, как хуёво. О, блядь, не подходи. Вот видишь, не нарушаю, сразу скинулся. О, ну вообще, блядь, не бегайте там. Ну я Неликс, Шумовол, Полина. Я стою. Видишь, когда 12 рейндж, то, блядь, скидывается болезнь сразу. Блядь, ты принёс болезнь на меня. Коронавирус. Войт, иди в Долоран её отнеси. Ты не успеешь. Блядь, кто-то стакает на мне, блядь. А вот эту помните, которая с ботаники или откуда? Да. Бля, это было так классно, я прям в этот в банк инженерский забегаю с этой хуйней, там, блядь, столько труб. Да, я в танке тоже в аукционе бегал. Бывает. Знаешь, что тупо восставишь, что там очищение, тебе вообще пофигу на это. Я только подумала про это. Знаешь, вокруг тебя все там дохнут, ты стоишь, тебе нормально. Жалко, в реальной жизни нет такого тотема, да? Тотем очищения от коронавируса. Тоже свалится. Войт! Ты чё, Абдулорс убился? Ну, чаржился ему в спину, блядь. Ты просто опосох головой ударилась. Ну, второго, блядь, разбился. Хули Шивена, когда я была просто. Оправдывайся. А кто тебя убил, Войт? Да, ну, коронавирус вот этот красный. Это был. Чисто тотем. Тотем не поставил. Шарим мобе, в мобе вот этом шумогол. Позырь, что там лежит. О, видишь, как нормальная тема. Адмирал. Плохой, хороший. Да нормально. Всем позиции, кто там. Че, уже кто-то побежал на форум писать, что дестрики переапаны или нет? Я уверен, что у нас в пустоджоках нету дестриков. Че вы за портоваров тут не заступаете? Пишите там за портоваров. Раздаваку, конечно, хуярили сразу, да? Да, конечно. У нас бы кто? Я над ним рофлил, что я его скрины делаю. Вот, не хватило бегите, за репликом. Бегите, моб умирает прям в рейде, вот видите. Бегите. Ну что? Забыли какой-то моб? Даже про товар умирает. Даже про товар. Про товары умирают стоя. Да. Там еще больше рейди. Сейчас зеленка. В рывке умер. Я много раз, кстати, умирал в рывке. Сейчас же сидит на БГ, думаю, сейчас тычку дам, и все, издыхаешь. Прям в полете, блядь. Была Эбола, все шутили на этом фоне. Теперь... Не знаю, что такое Эбола вообще. Прям... Заходишь, одни шутки про эту Эболу. Это, кстати, по-моему, пострашнее коронавируса гораздо. Да.
Я что-то не помню, чтобы когда была Эбола, всех все эти школы закрывали и так далее. Распространения такого не было. Но у них там прилично людей умирало. Началось в бедной стране просто. Когда в Европе туристов куча, это жопа. Да. Некому было. Кстати, Полина, я знаешь, что заметил? Даже когда каст этого землетрясения заканчивается, оно все равно продолжает тикать некоторые и урон наносить. Рыснуть. Надо фиксить ремонт. В проходе в этом. Эмирал, в смысле, Сережка? Он тебя на каких-то 200к обогнал. Это сильно. Надо шипы апать. Как сказал Дезерон, шипы дамажат. Вы просто за шипы не умеете. Да они как-то там багают это, взрыв разума, что он это... Короче, выше... Смотри, у нас символ на лаву непонятно работает или нет, то же самое. Либо лава 80к крит умеет, либо она 50к крит умеет. А мы, это типа, чуть ли не основная обилка сейчас. Тоже бы хотела в ДД походить. Да ладно, блин. Наступит когда-нибудь твое время. Да не, просто понимаете, когда траешь, хилишь, хочется чего-нибудь знаю. Вообще я... по-другому. Я был на бегу, что ты могли только КМ, да. Хочется и подамажить чуть-чуть иногда. Для разнообразия, чтобы вообще интересно пропал к игре. Неликс, а как мы пойдем в ОКХМ, если у нас демона нет? На замене есть. О, как да в натуре. Троллит. Да. Неликс, а у тебя есть спек демона? Не ведись, Неликс. Конечно, у меня он всегда включен. Потом будешь говорить, что тебя дезморалят все. Ничего, я скоро сниму, и все. И ничего не поменяется, блин. Как Лёха говорит, наши спики определяют. Я про паладина, я там танка качну. Чего-чего, ну скажи. Паладина? Наши спики определяют чего? Определяют пианист. Комому надо нас видеть, то он нас уберет. Я имела в виду про паладина. Я его сейчас чуть-чуть пододену. Вот у меня кинг-донг. А почему два танка сдохло, блядь, я не понимаю? Ресните танк. Или монородку, хотя бы звезда почему сдохла? Он лохнул-то. Вы хотите сказать монород код? Да. Блять, один танк. Рэш. Куда? А, коронавирус появился. Женуэн, Нелдер, сядь. Женуэн. Сядьте, Женуэн, словите рейндж как-то. Нелдер. Сядь. Сядь сам. Да, связующим Нелдер. Похилис. Смотрите, только не разнесите заразу.
коронавирусной инфекции. У нас ПДК пытается разнести. Лишние сдохнут просто рядом со мной, и все, и будет спокойно. Это естественный отбор, целое. Да вон ДК все пытается в мили подойти, прям так и жмет. С потолка капает. Знаешь, Полин, что самый кайф нового сета? Когда делаешь всякую фигню, типа мелкоуровневых квестов, можно просто идти и земной шок спать. Он же мгновенный. Да-да. Ну я вообще в принципе в Т5 привыкла передвигаться, когда есть что-то. Когда тактики, знаешь, примерно где-то там передвигаться. А вдруг в обратку прилетит? Падаю. Лося принимает. Смотри, когда он это... Похищение жизни, это стоит умывать оружие впереди. Да у Рейна и так любой коронавирус. Сука, рейндж набираем. Фулл рейд тупо словил коронавирус. Все хилые. Даю маски. Хил тут не спасет, просто рейндж набирайте, чтобы не стакалось на вас. Нихуя. Вы свейдили коронавирус. Давай, да убивай его. Осторожно. Роковой, влево сместись, влево. Знаешь, ко мне так влево, влево, еще втекал, влево, роковой, влево. У меня стоял тотем, а у него нет. Он сам быстрее поманил. Так может да, это ты крейш пришел. Для чего о, ты господи выставляешь? Блин, ты уже раз 10 сдохла. А я красная вся. Я джирсовая после трэша хочу поставить. У меня даже оружие красное. Ты же то же самое делаешь, Нерик. Так и говори, я красно делюсь. Ну типа зарядка, понял? Передок Агер. Мне принести весь трэш? Давай. На Неликса на пульт. Только у нас три хила, не забывайте. Фактически два, говорю я, без шмота. Три есть. Вот именно, что я тебя не считаю. Плюс просто шамоголом без манны почти. Кому-то вредит. Так что ведите трэш сюда. Просто в ДД, по-моему, нет? Ну да, да. Так что вас двое. Милики, кому-то нужен этот плащ? Плюс они тебе в рейд? Да надо может больше трэша, а то стаки падают. Карма упадет. Дисмор. В смысле не дисмораль? У меня клиент на плащ есть с Марагрима. Я спрашиваю, кому-нибудь он нужен или нет? Все молчат. Так ты в объявление рейда линкани. Так ты в дискорде скажи. Да. Меня слышно же, да? Да. Да слышно, да. Тебя просто перебивают. Вот Нэн пишет. Т5 на шаму продаем. Такой продавец нашелся. Покупай быстрее. А такой типа я у пианиста продавец, да? Или он это тобой порушил? Типа продавец нашелся. Ставлю джин. Кому надо, кроме меня. Там еще пак в углу. Пак? Да, он не страшный. Так, Black Killer зайдет, нет? Рыба стоит. Хороший вопрос. Ну-ка, он это в Дискорде. В Дискорде посмотрю сейчас. Нет, не дал. О, кажется, настало время танка ДК. Кислого сумма.
кислого сумонти. Короче, здесь. Войд, спекаешься в танка? Мобы, тут... мобы откуда-то. Откуда-то, блядь. Мазур, ты не рано его сломать там, не? Распулил. Испугался просто с анонсом. Откуда-то, блядь? ДЛК прибежали. Дарт, спекаешься в хила. Кирс, спекаешься в хила. Я по таргету, да и я на рейде, Лёш, важно, я сет меняю. В смысле, куда тут хилов? А, подожди, мы в 4 были, что ли? Да. Понял. Лёх, давай-ка зума в рейд возьмём, он демон. Ну ты и демон. Он выбрал правильный стиль. А я помню, кто-то говорил, нахуй мне демон. Нормально. Можете не владеть? Этот, кому босс не нужен? В рокобой выйдешь, короче. Разум зайдешь. Женен за сколько покупает? За сколько продают? За деньги. Надо у продавца спросить. Напала же пона же никому не сдались, правильно? Они никому не идут вообще. Да нет, конечно. Они только инху нужны, а удар-то есть. Короче, бери его. Бери его. Кому там еще босс не нужен один? Написала мне. Ну я написал Руга. Не, это лично. Не нужен. Не, ты путь пока. Просто малый Халк, блядь. Смотрите, хуйню какую пишет. Ладно, Рогу тогда, короче, поменяю. Этот рыбу ставлю, сопрот и выпить. Потом. Так, я, короче, на боссе. Войд на шамане. ДКшка по одному будешь вытягивать. Маги, дайте спор, пожалуйста. Можешь поподробнее? Я не убивался. Короче, смотри, вот тебе позиционка. Вот сейчас поставлю метку. Блять, короче, вот смотри, видишь, где я стою? Вот здесь. Спасибо. Вот. Ну, жена, мы ему поножи только можем этот отдать сейчас. Все. Если что. Так, вот, если упадут. Вот здесь, короче, стоишь, сначала звездочку притягиваешь сюда, танчишь, убивают. Потом печеньку притягиваешь, танчишь, убивают. Все. Твоя задача. Все, больше ничего как бы не надо делать. Хорошо. Я где, Лёш? Ты, короче, на войде. Ты на войде. Дарт, хилишь меня. Я на рейде. Шамагол пари. Кир, страхуешь Дарта по лину. Шамагол по рейду, Элбрил по рейду, Адмирал по рейду. Блядь, заебут меня, блядь, уже люди по поводу покупки лута, блядь. Лапа. Я, блядь, в ТС сейчас буду всех бросать и все, и не... Пускай не... Каску. Каску. Каски? Сейчас дам каски. Жужику всех отправляй. Да. Женен, берешь вагоны или нет? На поножи. Да, нет, не. Мало там каких-то. А, вот вижу. Лёха, какой тут крик лучше будет? На ХП или на АП? На АП, конечно. Конечно, на ХП. Там и так милики, вон, без рук. Ладно. Запроты будут. Сопрота выпить лучше, блядь. У тебя 4Т4 есть, да? Алло? Нет, у меня 2Т5. Блядь. Я думал, может, осталось. У меня 4Т4 есть. Да на ДК танки. Сопротов не наблюдаю на большинстве рейда. Если вы сдохнете без сопрота, я начислю, серьезно. Начислю, блядь, не 250, а начислю 1000. Просто так сопроты в ГБ положил, блядь, тебе что? Чтоб взяли. В Мотальдах тут АТМ поставьте. Я поставлю. Ооо, какой-нибудь хард. Найдет, готов? Да. Все, все готово, на позиции становимся.
Так, я первую. Потом вы забираете свои цели. Так, мне что-то не хватает. Крик Вара, наверное. Ну ладно, так и быть, сейчас крикну. Иди в сторону просто. Крик Вара на расстоянии действует. Все, погнали. Гера. Че, без Гера? Гера уже есть. Фиксируйте рейд. Залили. Чайник убить. Раз.
Сдайте гимн ФП. Тут там без манна. Ой, это на манну. Можно еще один сразу. Завтра вторая карта. Ой, первая карта. Ну сколько? Часов 5. Где 6? Поставлю календарь. Че, попробуем с округ плюс ЧВ? Зачем? Пережите огненную звезду. Да, он меня уже не останется. Одной ШВ хватит. Не выпали шамана. Опять это гадость. Если ну, вот эта вот фигня спасает, то одна ШВ хватит. Ну да. Мозер вот там. Так, дальше. Не пульте, отпиваемся. Тихо, на друида. Мой инспект. Здесь кто? Поножи. Тихо, подожди, Дарт. На. На трэше пока что остается так же, там перед боссом спик. На мейн-спект никому не надо? Нет. Если берешь на мейн? На оф. Подожди, еще на оф. На оф. Так, по поводу офа. Рольте, я посмотрю, кто ролит там, решу сам. Кому попрофитнее будет. Ну он мне с чего иду отдай тогда. Ёбаный стыд. Товар. Что там роды? Кислород, простя, воет, монород. Кисло, у тебя же одна шмотка уже на мишке есть, да? Нет, перчатки. Короче, забирайся на мишку второй кусок, пускай будет сразу два. Чтобы агро было у тебя на мишке. Лёх. Чё, на плащ запустим покупателя? Тут Алоэ говорит ему только на офспек. Остальные молчат. Ну, Кай забирает на офспек. На офспек говорит. Ну окей, скажу тогда. Так, тринкет надо кому? Мейнспек. Или офспек? На офспек надо? Бери вместо... Кто на успех хочет взять себе тринкет? А у меня есть Неликс. Смешно, да? У тебя монород есть такая хуйня, не? Кирс... О, кисло, у тебя есть эта херня? Есть. Войт у тебя есть? Да. Чего заебали? Некому даже отдать. Похуй, давай вторая будет. Лёх, на прошлой КД мне всунули, понимаешь? Насколько я на нафиг не нужен. Так, короче, кто у нас будет там принц? Отдам, короче, этому. Пускай Дарт Пал танчит. Так, Марагрим нужен кому с замены? Нет? Нет, не нужен. Нет, в принципе, ты сейчас нет. Голову готов купить, чел. Тихо, блядь. Тихо, он сейчас еще больше даст. Сейчас этот 500, блядь, и тут, знаешь, это, все соглашается, да? Все, поехали, трэш по чуть-чуть. Этот, народ, спикни с танка сейчас. На этом боссе все равно в танке будешь. Притягивай, короче, этот. О, бля, Кир, сними, куда этот трэш? Так. Вот, давай по-потиху тоже. Короче, выпуляй по чуть-чуть трэш при воде.
А мы с Монаротом и ДКшкой тут будем его танчить. Белая стая по 20. Так а че он белой стаи не купит? Спроси у него. У меня тут вар хочет тоже голову купить, ты пятую. Ну блин, у нас только друидов. Нет, и варов и так далее. Я тоже ему говорю, что даже не рассчитывай на ближайшее. А он кто по спеку шамана-то? Лем вроде. Лем? С сокетами на пенетру и на вынос. Понимаю. Чем тут еще спрашивать? Хрена у нас такой ветер уже, не знаю, какой третий или четвертый день подряд, прям вообще. Да не это, Долорес, не торгуйся, мы не продадим шап. Не продадим, потому что своим надо. Напишите ему, ясно. Если бы своим не нужна была, мы продали. А так просто. Ну, если, конечно, он лям не предложит, когда даже свои передумают. Скажет, нахуй мне это, давай мне 200 тысяч валды, блядь, я еще неделю подожду. Я бы и месяц подожду. Бля, Леха, мне твой покупатель пишет, почему он мне-то пишет? Ну, пиши. А Леха всех раскидывает. Мне знаешь то же самое? Один пишет, мне тут ваш ГМ сказал к тебе обратиться. И к этому ради. А типа пианист такой пишет, бля, да ебись до Кирсгорна, вон до Делоруса, да? О, бля, не пальцы мне мозг, блядь, мне похуй. Типа, хотите что-то купить, вон, пишите Кирсу, там, допустим. Ебись ему мозг, простите за мой француз. Вот я примерно так и... Понимаешь, если бы мне надо было заработать, я, наверное, за неделю бы заработал себе лям. Банально продажа шмота. Вот, а так мне этого не надо, блядь, поэтому мне похуй вообще. Не беспокоите, всё. Да все, я написал ему, чтобы он подальше мне отошел чуть-чуть. Мне дохуя кто пишет по этому поводу. Этот, кто там более-менее? Я думал, что он Кирс. Лёша, тут воронка. Да похер на неё вообще. Ну, если пофигу мне скинь, я не против. Мерик заберет в дар. Да не, жалко. Может кому-то Т5 апнуть тогда. Так, короче, этот... охота на воронку объявляется открытой. Ставлю... Агро? Ставлю каждый сам за себя. Ставлю каждый сам за себя. Через этот... Через какое-то время. Если лутаете, то вы первый. Я уже нашел их. Давай ставь. Блядь, честно, милики будут быстрее или танки. Почему? Ну потому что РДД-то на РНЖ, хилы еще вообще сзади там стоят. Ну кто быстрее сейчас этот возьмет, того она. Сейчас тупо все РДД бить не будут, так будут в зоне стоять. Какое агро, воронку надо.
Давай побольше трэша сюда, чтобы не видно было. Как Нерикс, ну ты зараза, прям перед носом. Я уже на неё тык. Кто там был? Бля, Лёха, я сейчас мышку сломаю. Дай воронку. Да её нельзя забрать. Забери, он лучше отдай, то кто апает. Чего ты? Давайте это, пинайте мобов, блин. Поверь, тыкнул сумку, блин. Только не могу воронку забрать. Сер Долли на полу не валяет. Сейчас банда кончится, блядь, пока вы будете тыкать. Я танчу, что не отправляю, это моя банда. Я дал, блядь, даже сам для себя. Не забрали, как хотите. Но она не подбирает. Она не подбирается, да? А вы еще дальше пуляете трэш, типа, а у меня... Я не могу лутера перекинуть в бою. Сейчас КД, и это... моб пропадет. Почему? А ты не давал воронку? Ну, бою не могу закинуть. Нет, не давал. Дарт, я помню, ты кому-то давал, но кому я не помню. Не знаю. Он мне давал, но я все возвращала. Я думаю, Дарт это помнит. Я потом там Гекка, по-моему, брал, но он, по-моему, тоже... Где остальные там? Видишь, остальных танков нету, блядь, трэш нам нету. Дарт, так воровали, да? После того, как ты поменял лут, я посмотрел на рекаунт. Я, походу, один трэш бил. Шо, танчить этого дурака, нет? Такс. Адмирал даже кинуть бросил, блин. Лёха, мой таргет. Я дал лучера. Вы... Сейчас трэш пропадет, давно лежит. Че с обновлял? А че, куда воронку? Все, моб пропал. А куда положишь? Нет, он забрал. Ой, не тебе. Успел забрать воронку. Моб пропал. Нет, господи. Да его Войда. Вон там видно, получает добычу воронку, пустоты шоу. Саппорт нужен, нигде тут больше. Так, этот каски сейчас раскидает, ДКшка на боссе. ДКшка на бойся. Монород. Войд. Плюс я, мана трэш. Все остальные бьют. Лёха, чё, ДКшку закидывать, да? Лёх, мне в ДД спекаться или нет? Хилам по хилам. Дарт, остаешься, кирс ДД. Можешь меточку поставить, куда босса держать ДД. На кислый, короче, на Т5. Да, Дарт, у кого уешка, то ты прав. А у меня гадюка есть. Видишь? Помойте тогда, если надо. У меня землетрясение. Да тихо вы, блядь. Все, все, вижу, хорошо. Типа, звездочку ставишь и этот, и танчишь. Туда, в ту сторону развернуто. Да-да-да. И проверку. Кому что не хватает? Мазеркас подойти? Рогу засумоньте, если вернулись. Дарта в МХ не хватает. Рогу суманить. Сумма нет в пороге. Смотри, китайская пытка. Видишь, в темечко вода льется. Войд, кричи на, пожалуйста. Сейчас мне пытают. А то у нас и так нет удар-то в рынке. Вверху. Пикнул. Кирс, ты страдал, потому что Дарта не было до этого страдал. Так, первого народ забирает, потом Войд забирает. Адмирал,
Трэш кого напуливать? Трэш напуливать ни в кого. Трэш не надо напуливать, вам надо босса бить просто. Босса напуливать надо кайфе. Трэш не надо напуливать, там агро будет. Адмирал здесь. Там он слабый. Там мы так же хилим. Короче, это... Ну, представим, он 250, и надо будет снять ЕП-шку. Там вообще нихуя не делать. Да он, сейчас подзатыльник дам, и эти глаза вылетят. Все, поехали. Да поглотит вас пучина вод! Сейчас адмирала ёбнет. Хорошо, что он сейв, да? Недекс, тут трэш появится сейчас, блядь. Вас ёбнет сразу же. Немножко дальше проведи, босс. Вот так, да. Коин, давай кого из нас больше раз закинем под воду. Один уже есть. Адмирал здесь. Рой. Чё, 250? На приста. На приста? Ну, окей. Не на этого, на его. Ну, я понял. Тут столько трэша мой народ собрал. Сейчас вот еще один и этот веди. Следующий войс. Так, короче, тебе дал там щиточку. Чё, по трешаку быстро там этот АВЕ, да, здесь способный? Чтобы его быстро снести, этот трэш. Короче, этот журнал поднимешь рогом. Ну, базар 260 плюс набирает. Удачи. Вот мы смеемся, а вдруг у него получится? Я сомневаюсь. Кирс, мы пока что побеждаем, Зар. Короче, я пошел там, если трэш, то... Народ ловит.
Почему народ, давай до конца. Только сверки не лови, эти ебучи. Просил. Трэш в рейде. Народ ухился, ладно. Я, конечно, с щитом и в кольчуге, но тачить я не так хочу. Трэша пока на себя забрал. Сверки ловите, народ только сверху один. Пойдешь сверху, блядь, сразу ёбнет. Всё, пойду полубью сверки. Так, на народ убоб даю. Да, сейчас живой дам, короче. Давай, сейчас. Сейчас. Чувак, как раз добил, пока будет чувашка. Ремы тоже уешеры теперь. О, сплетение. Я за ним лучше. Смотри. Кирс, ты один раз все улетел, да? Да. Мы там дартом по 8, по 7 раз упали. Серьезно, я даже удивлю. Кирс, ты понимаешь? Ну, наверное, смотри, 50%. Мейнспек, надо кому на мейнспек. Коника, будешь брать на мейнспек? Да, я шедошку хочу. Дурень. А что ему еще брать? У него там фул это... Начистишь, короче. Угу. Так, мейнс, блядь, для анхолика ступни упали, ебучий случай. Мейнспек. Оффспек. С ума не тебя сейчас возьми, кое-что сделал. Мейнспек. Оффспек. Шмагал, ты бы лучше кинул хождение по воде. Так, с нашим. ДКшка, заходишь в рейд. ДКшка, заходишь в рейд, Элблил ДЦ спекнешься. Жена Н спекаешься, Верестер друида.